Вы смотрите информбюро. В Павлодаре грунтовыми водами топит дома жителей целого микрорайона. 700 частных домов в разгар зимы стоят в сырости. Потопление происходит уже третий год подряд, но чиновники пока не могут решить проблему. Микрорайон 2 Павлодар впору переименовывать в мокрый. На стенах плесень, в погребах вода. На днях в регионе стояли сильные морозы, которые только усугубили положение. Пришлось уже заделывать все коврами, все стены, все матрасами, я не знаю, там одеялами. И получается, что мы сейчас живем как в бункере. Печь в доме Натальи Тушевой работает круглосуточно, но стены все равно сырые. Женщина уже вложила в ремонт дома 8 миллионов тенге. Поставили двойную кладку, утеплили дом со всех сторон, в том числе и крышу. Но уголь все равно остается главной статьей расхода. Если в прошлом году мы тратили, допустим, 2,5 тонны полностью на весь сезон, то в этом году за 3 месяца я потратила уже больше 6 тонн. Страдания жителей 2 Павлодара начались 3 года назад, когда 200 домов внезапно затопило. Как оказалось, грунтовыми водами. Люди просили признать подтопление чрезвычайной ситуации, но акимат помог, только предоставив осенизаторские машины для откачки воды. С тех пор число затопленных домов увеличилось до 700. Мы очень страдаем. Очень плохо нам. В холоде сидим, в воде, в сырости. Ничего хорошего мы не видим. Все лето чиновники проводили встречи с терпящими бедствия, организовывали спонсорскую помощь, пытаясь утихомирить людей. По вопросу подтопления мы изучали, практически всю осень занимались там на этом, вырыли котлован большой, нам эксперты посчитали, что это будет большая чаша-накопитель, мы сделали дренаж, посмотрим, как они себя поведут весной. Ситуация на контроле. Дома продолжают разрушаться, стены отходят от пола. Люди боятся оказаться под завалами, и тогда уже контролировать будет нечего. Алия Алмухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.